Оружие таким маленьким, каким-то мизерным кажется после Rainbow Six, где оно занимает полэкрана. Народ слетел уже. Даже в ботов пострелять не дали. Сейчас, ребята, я уже кучу времени не играл в КС-очку, поэтому придется. А, экран, да-да-да-да-да, я забыл экран включить. Да ладно, сидели бы так, чего вы, вот чего вы такие мразотные-то? Ну, без экрана нормально было. Вот я считаю, ничего страшного не произошло. Ну нет, и нету экрана. Чего вы какие-то вонючие ублюдки-то? Ну вот, включил. Лучше стало, что ли? Такие душные, просто сил никаких. Не здорово. Я считаю, что несправедливая карта. Вот у той страны негры, которые сливаются с общим фоном. Это ужасно. Господи Иисусе. Сразу 5 негров на мне отреспились. Вот это я понимаю, игра, не надо траву никакую сраную собирать. Придумали какой-то гербарий. На самом деле мне очень понравился Ведьмак, но реально мне испортили все настроение советчики. Просто в ноль загнали, так что простите, такое бывает. Блин, может уже кто-то убьет этого негра на нашем респе? Сколько можно? Господи. Какой же ствол непривычный. Обидно.
Блин. Надеюсь, в следующий раунд получше сыграю, что вообще говно какое-то. Даже надо с матча бы больше было бы, наверное. Экспы, но справедливости ради, у нас вся команда соснула. Если лучший 21-28 отыграл, то о чем здесь говорить? Блин, я помню те времена, когда я еще мог выиграть какой-нибудь Gun Game. Когда игра только вышла. Блин, весь коврик в пепле и говне каком-то. Так надо собраться. Вонючие поляки. Вот я не люблю почему-то поляков, не знаю, есть у меня какое-то предубеждение к ним. Я вроде не расист, ничего такого, но... Какой же я кривой, а. Вообще не умею с этих стволов стрелять, которые с этим прицелом. Спасибо. А, там подъем в дом, понятно. Боже мой. Теперь я просвечиваю, да, типа из-за того, что я лидером был в какой-то момент. Это недолго продлилось. Сраные дробовики, как не вовремя. Да боже ж ты мой, ну почему мне так не везет? Тяжело с дробовиком зайти на кого-нибудь, когда ты в команде лидер, и тебя подсвечивает. Все-таки ближний бой нужен. О, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну, кто-нибудь. Отлично. Хорошо, что не с ножа. Так, не зарезал. И то хорошо. Илья, скажи.
расскажи, как обстоят дела у Тиамсла? Когда мы увидим вас в действии? Когда следующие катки с факером в битву? С наступающим. Тим Сларк играют, ничего не знаю, к сожалению, потому что меня на Твиче забанили, я не особо слежу за тем, что сейчас происходит. Но насколько я помню, все нормально у них. Что касается Dota, то я просто не играю в Dota. Спасибо за донат. Мне не нравится Dota. Она мне, собственно, никогда особо не нравилась, если честно. Блин, а! Обидно. С пистолетами против АВП. Так, кто-то уже на ноже. Ну, у них команда просто тупо сильнее. Тут особо ничего не придумаешь. Только не меня! Нет. Так у меня хоть меняется оружие, а, да, пистолеты. Двадцать семь, ну уже получше. Дайте экспы, пожалуйста. Ну хоть чуть-чуть. О. Еще 50 игр. Блин, победил чувак. 5 фрагов мне не хватило всего. Ну, лучше бы в Overwatch, не знаю. Нет настроения. Вообще, мне очень сильно испортили настроение советчики. Просто чувак. Я бы, если честно, вообще выключил и спать пошел. Но я думаю, я так поступлю. Вот эту еще сыграю и пойду отдыхать. Потому что, я не знаю, хуже просто давно не было. Вот в плане советов, я не знаю. Это жесть какая-то. Так противно. Так противно и мерзко на душе, как будто ты один. В одиноком городе под названием «Одиночество». Блин, какой же я ужасный человек, просто. Как я так плохо вообще, просто не понимаю. Ладно, сошлемся на то, что я только учусь.